А сейчас хотим записать небольшое объявление. В связи с текущим положением дел в нашем стремительно меняющемся мире, основная площадка для размещения нашего контента, то бишь YouTube, может стать любую секунду недоступным, и чтобы не потерять все то, что было наработано за долгие годы работы, приходится осваивать новые площадки, чтобы продолжать делиться, собственно, контентом. Надеюсь, что вы поддержите наше начинание и вступите в наше сообщество в любой удобной для вас социальной сети. Все ссылки, как всегда, в описании. Берегите себя и до скорых встреч на канале Ray History Channel. Здравствуй, Воронеж! Вот и прошел очередной месяц, и это повод вспомнить о самых главных событиях, которые произошли. Итак, поехали! Что ж, этот месяц выдался скуповатым на новости, и приходилось прямо по сусекам скрести что-то очень важное. Что из этого вышло, давайте посмотрим. В Воронежской области с начала года произвели более 650 тысяч тонн молока. Такие данные предоставили в пресс-службе регионального департамента аграрной политики. Объем реализации молока составляет более 2000 тонн в сутки. Средний надой молока на корову достигает 22,5 кг в сутки. Более 25 кг молока в сутки при расчете на одну корову получили в Каменском, Бобровском и Лискинских районах. Зоозащитники отобрали двух больных сов, с которыми двое мужчин организовали фотосессию в Центральном парке Воронежа. Об этом сообщили волонтеры Центра охраны животных «Наша природа» в субботу 8 октября. Сам инцидент произошел еще в сентябре. Но заключение ветеринаров о состоянии птиц зоозащитники получили только сейчас. 10 октября в Воронеже перестал ходить маршрут номер 33, улица Перхоровича, Студгородок. Об этом сообщили в мэрии. Также власти заявляют, что прежде всего это решение связано с невыполнением перевозчиков транспортной работы, которая была предусмотрена контрактом. Во время скачек на Воронежском ипподроме Бабякова скончался молодой жеребец. По рассказам очевидцев, лошадь бежала последней, добежала до финиша и упала. Жеребцу было всего 3 года. В забегах он принимал участие второй год подряд. Директор Воронежского ТЮЗа попал под дело о клевете про съемки домашнего порно. Заявление на мужчину подала его давняя знакомая, мужу которой, по данным журналистов, рассказал об интимных отношениях с ней. Дело уже рассматривается в суде. В ближайшее время в Воронежском центральном парке пройдут благоустроительные работы, которые давно уже требовались для реновации зеленой зоны парка. Планируется, как обновить существующую инфраструктуру востребованного места отдыха жителей и гостей города, так и создать новые объекты. На эти цели будут направлены серьезные средства. Речь идет о ни много ни мало 20 миллионах рублей. Что стало возможным при помощи выделения из областного бюджета по поручению самого губернатора Александра Гусева. Большинство воронежцев призналось, что матерятся у себя на работе. 7 из 10 жителей Воронежа заявили, что используют мат в коллективе. Об этом сообщил сервис по поиску работы SuperJob, проведя соответствующий опрос. Так, 45% респондентов заявили, что во время совещаний в их организациях они активно матерятся. 11% воронежцев слышат на планерках обсценную лексику постоянно, а 34% иногда. Крепкие слова от начальства слышит практически каждый второй воронежец. 12% постоянно, 36% время от времени. Чаще всего жемчужины русского языка встречаются в разговорах коллег между собой. Каждый пятый запрошенных слышит там мат и постоянно. 21% и каждый второй 49%. Отмечается, что ненормативная лексика больше распространена сугубо в мужских коллективах. Ну и не забываем вступать в наше сообщество в социальных сетях. Ссылочки, как всегда, в описании.
Продолжается стройка дороги Шишково-Тимирязево. На этот раз подрядчик развернул уже работы между жилыми комплексами «Олимпийский» и «Ботанический сад». Сотни автомобилистов остались без халявной парковки. Работы общей суммой более 1,5 миллиарда рублей проводит наша местная воронежская фирма «Новострой». Стройка должна завершиться в конце 2023 года. Умер основатель Воронежского факела, доктор технических наук Виктор Скачилов. Ему было 87 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Воронежского клуба в пятницу 14 октября. В Воронеже 14 октября начали сносить производственно-репетиционный корпус театра оперы и балета. В ноябре в Воронеже снесут 15 нестационарных торговых объектов, о чем сообщили в пресс-службе мэрии. Демонтажу подлежат киоски, холодильники и ларьки в Коминтерновском и Советских районах, 10 объектов в Коминтерновском районе и 5 объектов в Советском районе. Мэрии также подчеркнули, что владельцев трех точек установить вовсе не удалось. 17 и 18 октября в Воронеже проходила уникальная выставка, расположенная в подвижном музее «Поезд Победы». Посетить ее можно было по обязательной предварительной онлайн-регистрации на ЖД-вокзале «Воронеж-1». В экспозиции «Поезда Победы» используют свыше 50 видеопроекторов и более 140 мультимедийных поверхностей. Они с максимальным эффектом присутствия воссоздают массированные танковые атаки и воздушные бои времен Великой Отечественной войны. У посетителей выставки создается впечатление, что они едут в военном поезде, а за окнами идут бои. В Воронеже полицейские возбудили дело об административном правонарушении по факту плохого состояния здания, которое является объектом культурного наследия региона. Речь идет об историческом здании, дом, в котором с 1930 по 1940 годы жил товарищ Базилевский, на улице Первомайской, дом 10. Само здание построено в конце 19-го – начале 20-х веков, однако дом выглядит, мягко говоря, неудовлетворительно. Обваливающийся фасад, отсутствие дверей и некоторых окон, а также вандальские рисунки на стенах. В 2018 году здание включили в реестр объектов культурного наследия. Однако сейчас дом никак не используется. В Воронежской области сотрудники учреждения охраны животного мира в ходе рейда изъяли у браконьеров множество орудий охоты. За квартал специалисты отдела провели 744 рейда на территории общедоступных охотничьих угодий региона. В ходе проверок составили 80 протоколов о административных правонарушениях. В Ростовской и Воронежских областях ФСБ накрыли черных оружейников. ФСБ задержало 123 подозреваемых в незаконном обороте средств поражений, а также в восстановлении боевых свойств гражданского оружия в подпольных мастерских. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ну и не забываем вступать в наше сообщество в социальных сетях. Ссылочки, как всегда, в описании. Воронежцы пожаловались на очереди на остановке «Березовая роща». С утра люди с трудом заходят в маршрутки, поскольку они приезжают уже сильно заполненными. По словам горожан, они буквально дерутся за возможность зайти в автобусы, а детей даже сажают на плечи и проталкивают в салон. Подтверждение этому в социальных сетях не удалось найти, но, зная воронежцев, это вполне возможно. Указом главы государства на территории приграничных регионов Юга и Центра России вводится средний уровень реагирования. Из преамбулы следует, что сделано это из-за введения военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В список таких регионов включены Воронежская, Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская области, а также Республика Крым и Краснодарский край. Главы этих регионов получили целый ряд дополнительных полномочий. Речь, в частности, о мерах по переводу экономики на мобилизационные рельсы. Кроме того, они должны принять меры по организации территориальной обороны и гражданской обороны. Также власти субъектов наделяются полномочиями по реализации мер для удовлетворения потребностей вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Губернаторам предписано усилить общественный порядок и охрану стратегически важных объектов.
на транспортных предприятиях, а также предприятиях связи и коммуникации, объектах энергетики вводится особый режим работы. Главы названных регионов получили право на временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений. Кроме того, вводится особый режим въезда на территорию и выезд с территории этих регионов, а также ограничение свободы передвижения по самому региону. Также губернаторы могут ограничить в своих регионах передвижение транспортных средств, а также организовать досмотр машин. Ухудшение работы городских маршруток связано с острым дефицитом кадров у частных перевозчиков и крайне низкой стоимостью проезда. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу 21 октября. По данным властей, нехватка водителей не связана с мобилизацией. Призвано было около 3% воронежских маршрутчиков, то есть 62 водителя. По словам представителей власти, из-за тяжелого финансового положения отдельные частные перевозчики продают часть своего транспорта. Ухудшение обслуживания характерно для отдельных микрорайонов, где сходится несколько потоков и в часы пик формируются серьезные пробки. Огонь повредил 3 дачи при пожаре в поселке Рыбачий. Возгорание произошло примерно в 19 часов 12 минут в воскресенье 23 октября. Никто из людей не пострадал, как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным спасателей, общая площадь возгорания в поселке составила около 250 квадратных метров. Потушить огонь удалось за 2 часа после возгорания силами 25 пожарных и 7 единиц пожарной техники. Жители Воронежа предупредили об изменении правил списания платы за проезд в общественном транспорте безналичным способом. Теперь при оплате картой MasterCard будет блокироваться 1 рубль. В конце дня стоимость всех поездок будет списываться одной суммой. Такие меры принял банк, осуществляющий эквайринг на городских маршрутах. Ранее деньги списывались с карты после каждой поездки. При оплате карты Visa сохранилось все как и было. Списание происходит одной суммой в конце дня. Пассажиры, оплачивающие проезд с помощью карты платеж системы МИР, по-прежнему видят списание после каждой поездки. С 25 октября изменено движение около Северного моста и набережной Горького. Схема движения изменилась возле дома номер 33. При въезде на Северный мост в сторону левого берега ликвидирован разворот. Теперь в этом месте установлено ограждение. А взамен водоналивных блоков при выезде Северного моста появится металлическое барьерное ограждение. Изменения сделаны с целью улучшения дорожной безопасности. Китайская компания Henan Silicon Co. Ltd. собирается построить в Воронежской области завод по производству карбида кремния. Объем инвестиций достигнет около 3 миллиардов рублей, как сообщает газета Prime, ссылаясь на областные власти Воронежской области. Ну и не забываем вступать в наше сообщество в социальных сетях. Ссылочки, как всегда, в описании.
Здание железнодорожного вокзала Воронеж 1 на площади Черняховского 26 октября с 11 до 12 часов дня прошли пожарно-тактические учения. Тепличный комбинат «Воронежский», расположенный в микрорайоне «Тенисты», останавливает свою работу. Об этом сообщили работникам предприятия 26 октября на общем собрании. Причиной закрытия стало, как сообщил источник на предприятии, в том, что уже 5 лет нет стабильной прибыли. Кроме того, что комбинат, видимо, не выдержал конкуренцию с более компактными производствами, есть и объективные причины закрытия. Это в части повышения цен на удобрения примерно в 5 раз. На улицах Воронежа установили камеры, фиксирующие непристегнутый ремень и другие нарушения ПДД. Устройства появились в Ленинском, Камертенерском, Левобережном, Центральном и Железнодорожном районах города. Соответствующие данные опубликовали на своем сайте госавтоинспекции. Все устройства также будут фиксировать нарушения скоростного режима. Кроме того, некоторые камеры смогут регистрировать непредоставление преимущества движения пешеходу или велосипедисту, правила остановки и стоянки, а также выезд и движение по встречной полосе либо тротуару. По поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева, в Воронеже проведут капремонт реанимационного блока БСМП номер 1. О старте поиска подрядчика объявили в пресс-центре областного правительства в пятницу 28 октября. Начальная максимальная цена контракта на ремонт – 56 небольших миллионов рублей. Подрядчику предстоит провести общестроительные работы, ремонт электроснабжения, водопровода и канализации, сетей связи и медицинского газоснабжения, а также благоустроить и озеленить территорию. Согласно контракту, работы необходимо завершить до 31 августа 2023 года. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени вручили начальнику Воронежской таможни Геннадию Толочко. По результатам работы ведомства в регионе за 9 месяцев текущего года в бюджет было возвращено более 1,5 миллиарда рублей. Возбуждено 11 уголовных дел и 1244 административных дела. Наложено взыскание на сумме более 300 миллионов рублей. Геннадий Толочко служит в органах с 1993 года, и он прошел путь от инспектора до начальника таможни. Имеет ведомственные награды и соответствующий указ лично подписал президент Владимир Путин. Ну и не забываем вступать в наше сообщество в социальных сетях. Ссылочки, как всегда, в описании. При поддержке регионального правительства в Воронеже начали подготовку к созданию еще одной новой ультрасовременной школы. Учреждение, которое сможет принять 1575 учеников, расположится неподалеку от текущей мегашколы, которая строится на квартале Шишкова-Загоровского. На возведение новой школы из бюджетов разных уровней направят более 2 миллиардов рублей, а завершить работу планируют к 2025 году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Вадим Кстенин в пятницу 28 октября. Гипермаркеты «Карусель» начали закрываться по всей России. Не обошло это стороной и Воронежскую «Карусель» на улице Космонавтов. В компании пояснили, что данные магазины теряют популярность в связи с изменением покупательских предпочтений и модели поведения граждан. Жители Воронежа все чаще предпочитают приобретать товары в магазинах у дома или супермаркетах. О том, что большая часть магазинов сети «Карусель», которой владеет X5 Retail Group, прекратит свою работу, РБК писали еще 3 года назад. Ну и не забываем вступать в наше сообщество в социальных сетях. Ссылочки, как всегда, в описании. И напоследок спортивные новости.
За отчетный период Воронежский факел провел 6 матчей. Их результаты вы можете наблюдать на экране. А подробные обзоры нашего огнеопасного коллектива можно просмотреть по ссылкам в описании. За отчетный период Воронежский «Буран» провел 8 матчей. Их результаты вы можете наблюдать на экране. А подробные обзоры матчей нашего ураганного коллектива можно просмотреть по ссылкам в описании. А сейчас хотим записать небольшое объявление. В связи с текущим положением дел в нашем стремительно меняющемся мире, основная площадка для размещения нашего контента, то бишь YouTube, может стать любую секунду недоступным, и чтобы не потерять все то, что было наработано за долгие годы работы, приходится осваивать новые площадки, чтобы продолжать делиться, собственно, контентом. Надеюсь, что вы поддержите наше начинание и вступите в наше сообщество в любой удобной для вас социальной сети. Все ссылки, как всегда, в описании. Берегите себя и до скорых встреч на канале Ray History Channel. И на этом сегодня все. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить больше новостей. А также поставьте лайк этому видео. Приятных вам выходных, воронежцы, и до встречи на следующей неделе.